Рынкам в столице и Бельцах разрешено открыться с 1 июня. Постановление вынесла Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью, а бары, кафе и рестораны останутся закрыты до середины следующего месяца. С 15 числа они начнут принимать клиентов. При этом за одним столом можно будет находиться максимум 4 людям, семьи – исключение. Тогда же в середине июня откроются фитнес-клубы без доступа к раздевалкам, душу и бассейнам. Между тем, уже с этого дня возобновлено международное пассажирское, железнодорожное и автомобильное сообщение, опять же с рядом условий. Обязательны маски для работников и пассажиров, а также измерение температуры перед отправлением. Она не должна превышать 37 градусов.